Я участвую в этом проекте, потому что это благое дело. И как бы если мое участие в этом проекте несет какую-то лепту положительную в это дело, я буду только рад. Мода и современное искусство сейчас даже более чем параллельно идут во времени. Как бы такой самый явный тому пример. Первая коллекция Рафа Симонса для дома Dior, в которой он использовал принты современного художника Стерлинга Руби. Вот, он печатал его картины и делал из них платья. Ну, такой на поверхности пример просто. Но вообще, конечно же, да. И все это очень взаимосвязано. И как бы поле это одно, и предметы, животрепещущие темы, они тоже одни. И будь то мода, искусство, ну, как бы это, эти жанры очень быстро как бы подхватывают из благосферы тенденции и некие течения и волны. Современное искусство и мода, конечно же, влияет на поведение человека и способно его изменить, так как раньше на поведение человека влияли романы и как бы плоды творчества там, музыкантов, писателей и так далее. Сейчас эти два жанра, конечно же, очень на подъеме, очень интересуют особенно молодых людей. Вот. И, конечно же, меняют и восприятие, и поведение в том числе. С точки зрения, может ли изменить безопасную сторону, зависит непосредственно от как бы тем приемов и морали там, тех или иных арт-писов или вещей.